Его кадры на вес золота. В буквальном смысле. Новосибирский фотограф снял, как на Чукотке добывают драгоценный металл. Правда, для этого пришлось преодолеть немало трудностей. Давайте и мы посмотрим уникальные кадры. Вот эти уникальные кадры. Работу и быт золотодобытчиков снял новосибирский фотограф Слава Степанов. Для этого ему пришлось отправиться в самый труднодоступный регион нашей страны – на Чукотку. И пусть вас не обманывает название, место рождения – Майское. Жарко здесь не бывает никогда. Это прибрежная территория, поэтому нет таких континентальных морозов, как у нас. И если сравнивать с Якутией, которая находится южнее, чем Певек, то в Якутии сильно холоднее. Месторождение тоже одно из самых северных в стране, и ветер, и влажность делают свое дело. Чтобы сделать эти снимки, фотографу пришлось опуститься под землю на целый километр. Но оно того стоило. Люди, рискующие жизнью ради добычи драгоценного металла, уникальная техника, а под ногами целое состояние. Только разведанные запасы золота на место рождения Майское оценили в 140 тонн. Территория вокруг незаселенная, безлюдная промерзшая тундра. Работать в таких условиях непросто, но результат того стоит. В год на Майском добывают более 4 тонн золота. Месторождение разрабатывает компания «Полиметалл», которая занимает второе место по добыче золота в России. Майское входит в пятерку крупнейших золотых месторождений России. Разведанных запасов здесь хватит до 2032 года. Свои уникальные снимки Слава Степанов выкладывает в интернет. Только в Инстаграме за его приключениями наблюдает 28 тысяч подписчиков. А в ближайшее время фотограф обещает порадовать их кадрами из очередной экспедиции.